Всем добрый день, мы перемещаемся с вами в город невесты Иваново, но этот город уже славится не только тем, что можно встретить спутницу своей жизни, но и прекрасным футболом. Здесь текстильщик сегодня принимает уральскую машину, как любят говорить про Торпедо Миасс. 10-й тур Лион Таралига Серебро. И этот замечательный газон готов уже встретить не менее замечательных участников. Поехали! Вперед, текстильщик! Поехали! Ну какая красота! И начинаем с гостей. Торпедо Миасс на воротах номер один, Алексей Поляков. Дальше переходим к полевым. Традиционная подача текстильщика. Крайне редко они разыгрывают угловые, в отличие от других команд. И хорошая подача, удары выше ворот! И зачем разыгрывать, когда такие роскошные подачи можно и нужно выполнять? Ведь есть высокие футболисты, которые прекрасно используют свои габариты. Неточный у Миасса появляется возможность на быструю контратаку. Сразу далеко вперед на Ульяновского и выходит из своих ворот Кашинцев. Все грамотно делает Тимофей, прекрасно понимает. Если не он подстрахует защитника, то ему уже никто не поможет. Подача хорошая, заметит! И снова их дуэль с Ермолиным. Я думаю, эту дуэль мы будем с вами видеть очень и очень часто. Здесь атака, прострел или подача, второй вариант. И тянулся Поляков. Первый такой нервный звоночек. Не знаем, что именно сказал Замятин, но давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Подача на ближний удар! Гол! Торпедо Миасс! Их не остановить! Мало угловых, а нам много и не надо. Мы возьмем и сделаем свое. Замятин – это настоящий кошмар для любого соперника. Не было какой-то силы в этом ударе. Он просто идеально подставил свою голову. Выиграл верховую дуэль у соперника. И все подходят к угловому флажку. Подача! Нет удара, но подбор за красными. Надо бить. Отсюда пауза. И вот удар и гол! Текстильщик! Номер 7. Иван Семенев. Но вот она, магия чисел. 7 недаром говорят. Семья, счастье, везение. Семья Ивановская довольна. Болельщики ликуют. Счастье у Семенева и везение у текстильщика. Как по мне, это настоящее чудо. И финальный свисток. Чудо. Торпедо Миасс и текстильщик забивает по одному мячу, пропускает также и зарабатывает по одному очку.